Владимир, сколько времени вы уже занимаетесь работой с коротким клинком, ножом, опасной бритвой? Я занимаюсь где-то 3 месяца. Очень все нравится. Результаты, прогресс, как говорится, налицо. Какие качества вы приобрели в процессе занятий? Ну, уверенность в себе, уже не боязнь хулиганов, как минимум. Вот, стойкость и реакция, выносливость. Что он дает это для саморазвития? Ну, это дает дисциплину, какое-то создание целей, достижение их. Ну, плюс на практические навыки, наработки, которые могут пригодиться в жизни. Хорошо, успехов вам. Благодарю вас. Спасибо. Мы работаем с коротким клинком. Это нож и опасная бритва.
как дополнение идут работа с зонтиком и прием рукопашного боя с оружием и без него. Для нас это ступень саморазвития. И мы надеемся, отрабатывая эти боевые приемы, что в реальной жизни у нас ножа не будет. Приходите к нам на занятия.